И всем привет, с вами Wages of Sin. Сегодня мы будем смотреть игру Decay the Mae. Смотреть почему? Ну, потому что я о игре знаю только по описанию в Steam, поэтому на данный момент это будет как смотр. Если игра понравится, как я и говорю, то и смотр она уже перекочует в нормальное прохождение. О игре. Это психологический ужастик с элементами приключенческой игры. Сюжет. Главный герой наркоман, проходит лечение в больнице, из которой ну, хочет, в общем, начать нормальную жизнь, но все идет не так, и он попадает в бесконечный кошмар. Это вкратце история трех частей игры Decay the Mae. Вот. Теперь давайте начнем. Так, понятно. Я просто думал, вдруг что-то дельное пропустим. На всякий случай включил с самого начала. Давайте сразу же зайдем в настройки. Звук мы чуть-чуть потише сделаем. Так вот, наверное. Теперь... Нет... Что-то как тут довольно-таки мало настроек, я бы сказал. Ладно, ну что, давайте тогда начнем. Глава первая. Я просто хотел на самом деле найти, где субтитры включать. Но они, видимо, уже включены по умолчанию. Ну, вступление затравку дало, но не сильно. Давайте пройдем обучение. Щелкните по значку навигации внизу, чтобы повернуться. Что? Двигать. Когда найдете активный предмет, щелкните по предмету, чтобы взаимодействовать с ним. Значок с вопросом даст подсказку. Если вы окажетесь в тупике, щелкните по значку, чтобы получить подсказку. Твою ж налево. Спасибо, помог. А, ничего нет, и тут ничего нет. А тут? Хорошо. Знаете, я ожидал, что я на Васте буду ходить по комнате, честно говоря. Ой-ой-ой, печаль, тоска, несчастье. Ладно. Синюю или красную? Мне сказали принять лекарство, прежде чем ложиться спать. Принять лекарство? Нет. Мы не настолько умны, чтобы сразу жрать лекарство. Так, что у нас тут есть? Что за point-click квест нафиг? Я ожидал другого. Ладно. За картины что-нибудь есть? А тут что было, я чуть не понял.
Рука какая-то. Почему? А, понял. Тут задержка небольшая от того предмета, от которого я отхожу. В комнате найти еще что-то. Кровать? Нет. Ну, остался только стол. Давайте таблетку сожрем, похоже, чуть-чуть. Да? Кушайте. Кушайте, больной, кушайте. What is a friend? Капец, так резко обрываются все, что аж даже понять не успеваешь, что произошло, но я уже начал засыпать от этой музыки, честно говоря. У меня время, конечно, немало, но, блин, такая тягомотина, это уж извините. Это перебор, по-моему. Все скушал, молодец. Умничка. А что мы тогда сейчас видели? Что за хренотень это была? Так, ну ладно. Глупый вопрос, типа, а что здесь делать, я не знаю, мы не будем. Мы выходим. Мужик. Брать нечего. Где наша комната? Это наша комната, мы в нее зайти не можем? Нет, можем. Пошлите обратно спать, короче, в жопу все. Пошло все нафиг. Ладно. Хорошо. Спасибо. Это избавило меня от лишнего раза дергать дверь. И за это тоже мусис грасис. Но это слишком палевная подсказка, честно говоря. Лучше писали, что что-то тут есть. Самое печальное, что тут реально больше ничего нет. Проползти, типа, да? Ты мне это предлагаешь, реально? Видимо, да. У меня особых выходов-то нету. Ну, гоу. Господи. Нет, сделайте нормальные подсказки, что либо здесь что-то есть, либо еще что-то. Это тупо. Это тупо. Такие подсказки, это перебор. Время — это иллюзия. Хорошо. Какого черта тут творится? Сам не пойму. Но, честно говоря, описания и от картинок я ожидал большего. Эх, ладно. На замке кровь. Угу. Отлично. Это очень нужно нам в исследованиях. Чуть назад. Тут что есть? Тут ничего нету. Тут на замке кровь. Или кровь. Глазик, и еще глазик, и обруч. Естественно, обруч меня не интересует, да? Блин, какой не интересующийся ничем вокруг человек. Куда зашел? Зачем зашел? Шо це? Комбинация? 4-0, стандартный пин-код, давайте. Тогда я не знаю. Что тут есть?
А сейчас выходить. Так и побежал уже прям. Тут что-то есть рядом с вентилятором. Понятно. Ключ, видимо, какой-то. Если там будет ключ, я вообще уржусь. Это такая сноска будет дикая. К Silent Hill'у. Че, реально вы меня сюда гоните? Хорошо. Кроличья нора. Рисунок. Взять отмена. А. Этот значок появится, если у игрока в инвентаре есть предметы. Щелкните по значку инвентаря, чтобы открыть инвентарь. Давайте осмотрим рисунок. А он юноши плачут, люди наблюдают. Я это читать не буду, еще демона вызову случайно. Черт узнает, под какими наркотиками были создатели этой игры, когда ее делали. Знаете ли, все может быть. Выход? А как же проползти вот в эту непонятную дырочку? Хорошо. Но, честно говоря, я не вижу никакой связи. Наклейки с головой собаки. Ничего не понял. Где я? Какого ляда происходит? Две разных двери, что ли? Тьфу ты, господи. Хрен ведь поймешь реально, а? Не, ребят. Ладно. Я понял. Ты опять пройдешь, нет? Естественно, нам туда. Кто бы сомневался, что нам туда. И сейчас туда. Странно. А я сюда хочу, и все. И все тут. Тут кто-то ходил, поэтому мне интересно. Опять обруч. Что я с ним делать должен? Понятно, я должен тупо уйти. Я бы мог хотя бы выключатель включить. Ну, может быть, я не могу взаимодействовать просто с вещами, допустим. Если я во сне нахожусь. Найс, вопросы не всякие. Ладно, ладно, давай. Стоять. Список имен. Мое имя в конце списка. Значит, я умру последним. Взять. Это тоже хорошо. Вперед. Что вы от меня хотите здесь? Тут какая-то срань вокруг. Не, если вы морзянку мне пытаетесь сказать, я не знаю Морзе. Вообще нифига. Вы уж меня извините, конечно. Но вот такой уж я бездарь. Не учил в свое время. И не преподавали нам ее. Кирпич. Какой из них лишний? Что мне делать-то? Или все, я свои подсказки исчерпал, типа? Ну, тогда займемся хренью. Не понять, ничего не понять. Ни предыстории, ни хрена. Все, что я прочитал в Стиме, на самом деле где-то... Где-то непонятно где. Где это все? Где наркоман Павлик? Ну, не Павлик, конечно, я шучу. Что-то дельное. Мишка, плюшевый Мишка. Лякомка Винни-Пух. Светки на ветку плюх. Нахрен я сюда заходил? Объясните мне тогда, я вообще не понимаю. Бля. Увидела кирпичную стену, круто. Ничего с ней не сделал, вообще офигенно. Господи, ладно. Я, похоже, сейчас тупо буду по подсказкам ходить. Чья-то башка. Чья башка?
Да, конечно, смотреть. Моргни. В нос тебе. Давай я тебе покажу записку. Нет? Нет. Если вы нажмете на глаза в верном порядке... раз, два. Два. Раз. 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 Два. 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 Раз. Спасибо, иди, твою мать. Тори был здесь. А, была, да. Ну, хорошо, я понял вас. Вы, надеюсь... Блин, да это опять эта башка. Раз, два, раз, раз, два, раз, два, раз, раз, два. Спасибо. До свидания. Это было сложно. Раз, два, раз, раз, два. Раз, два, раз, раз, два. Это все, что осталось от Тори? Ключ взять. И посмотреть на ключик с собачкой. Дайте угадаю, неужели это ключ от двери с собаками? Заперто, нет? Да господи, что же вы все открываетесь-то? Мне уже не сюда, по-моему, да? Я уже куда-то далеко иду. Давайте обратно. Честно говоря, уже не помню, где эти двери с собакой. Да какого ляда-то ты... Вот сейчас ты развернулся, ты идешь по коридору. Ты какого черта разворачиваешь бошку? Ох, мать твою, ладно. Где здесь? Сюда. Сюда. Я понял. Мне как раз требуется ключ с псинкой. Здесь кто-то явно любил данную женщину. Не один раз и не в одной позе. Да что тут найти-то? Салфетки, что ли? Господи. Монетка. Йоу. Взять, все брать. Больше искать нечего. Да вы издеваетесь. Да тут комната какого-то драчуна, блин. Какая из них-то? Фотография. Причем самую зашарканную взял. Ну, естественно, еще бы самую белую. Дурик. Нет. Что нет-то? Я никуда не нажал еще. Сразу нет, нет. Ладно. Что я могу сказать? Это не дало нам ровным счетом ни хрена. Владимир, Владимир, нифига. Ты меня, я тебя, нифига. Спасибо. Понимаете, когда я статичный персонаж, это меньше всего пугает. В
Фотографии, честно говоря, не пугающие. Ладно. Ты что-то мне хочешь сказать? Какую фотографию смотреть? А, твою мать, а сразу-то нельзя было сказать? Давай развернем ее, посмотрим, что сзади. Ути-пути, оторвать бумагу. Outside of town. After a few weeks, she truly understood how much she loved it. She had found a place where she would grow old. С 10 кошками еще надо дописать. Сильная независимая женщина. Jenny noticed something strange outside the house. It was difficult to see because it was so dark. But when she turned on the lamps in the room, she could clearly see a man standing next to the shed in the uncut grass. It was almost like he was observing her. 9 meters from the house. Even though he terrified her, she decided to confront him. But once she was outside, the man was gone. Неудивительно, вот вообще. She naturally assumed that he'd ended up there by chance. And disappeared immediately as soon as he saw that someone was in the house. A few days later, Jenny had already forgotten about the man. In the evening, Jenny heated up some milk. Drinking warm milk made her sleep better. She walked around the house and took small sips of the hot milk. She stopped at one of the windows and froze when she saw the man again. He stood about 6 meters from the house. This time, she could clearly see him. He was pale and skinny. His eyes reminded her of a doll's. The empty eyes looked at her, but at the same time, they didn't. She was about to open the window. Ой. Suddenly began walking out of her sight towards the entrance of the house. She ran quickly to the kitchen and picked up a knife. She stood there, frozen, waiting for the man. Угу. But he never came. Угу. A few minutes later, she went out to check if he was still there. He wasn't. Time went by, and once again, Jenny started to forget about the man. Да, о таком забыть-то легко вообще. Felt strange somehow, almost as if she was being watched. Despite this incredibly unpleasant feeling, Jenny decided to try and get some much-needed sleep. As she was turning off the lamps in the house, she noticed something in the corner of her eye. Something that's not usually there. It was the man. 1 meter from the window. Jenny was so scared that she screamed out loud. Then she ran and hid in the bedroom. She heard his footsteps through the grass outside the house. It sounded like he was moving closer to the entrance. Jenny remembered the second time she had seen him, when he also walked towards the entrance, but then disappeared of his own free will. The thought calmed her until she heard the door slam open. As she screamed, she realized she had nothing she could defend herself with. She turned around and opened the window, jumped out and ran towards her car that was parked 5 meters from the house. She was trembling with fear when she started the car. As she drove away, she looked into the rearview mirror. The man was standing at the window, looking right at her. А, все, да? Шо? Это кто? Чей фотография-то? Как-то странно, это не на скотче, по-моему, а на чем-то другом. Ну и что мы из этого узнали, что какой-то человек, долбанный извращенец, открыл дверь, выслеживал женщину, потом понял, что женщина одна, решил ее изнасиловать, открыл дверь, женщина уехала. The end. Все, что мы узнали. Ой, вы не подумайте, я не то, что предвзято отношусь к игре, но, блин, по-моему, она реально какая-то нудная, нет?
Красная бабочка, красивая. То есть никакого вопроса, какого хрена она здесь делает, да? Хорошо. Нет вопросов. Нет вопросов. Давайте дадим ей монетку. А, мне еще одна из 5 монеток. Мне еще надо 5 штук собрать. Хорошо. Хорошо. Следующая дверь. А если постараться? Сюда, что ли, на выход? Ну, пойдемте на выход. Сейчас куда? И здесь на выход. Потому что мы опять не развернуты туда, куда надо. А тут-то что мы потеряли? Здесь я уже в этом логике мало наблюдаю. Ну, мы в начало возвращаемся, это я понимаю. Но нахрена не понимаю. Ну и... Твою мать, что здесь найдут? Тут темно, как у негров. Неважно. Приколитесь, наш герой не может вращаться на 360 градусов. У меня только что просто пропала возможность нажать в другую сторону. Я это нашел? Нужно. А как, я понятия не имею. Jenny was tired of the city life. 9. She decided to fulfill her dream. Live alone in a house in the woods. Outside of town. After a few weeks, 9 метров от дома, потом 6, потом 1, потом 5, 9, 6, 1, 5. Не знаю, как эти бумаги вообще могут быть связаны. 9, 6, 1, 5. Я не знаю, что я делаю. Какая-то тупость. Не спрашивайте, откуда, почему. Тупо это были единственные цифры, которые у меня были на руках. Я понял, где это что-то? Я не вижу... А, все, вопросов больше не имею. Взять, конечно. У нас выбор, что ли, есть. Пошли в инвентарь осматривать. Смотреть. Откровавленный конверт. Прострелили его, что ли? Тут нога, отпечаток чей-то. Открыть, конечно. Кровавленный ключ. Ой, я не помню, на ручке ключ. Это где-то в начале он был. Вообще не помню. Тут, по-моему, нет. Да. Что у нас здесь? Бдыщ. Бдыщ. Навершие от этого молотка или кувалды, точнее. Ларюк, Марюк, Нарюк. Печально то, что я путешествую, непонятно ради чего. Найди меня. Записька. Возьмем. Черт. Инвентарь. Я чуть не пропустил. Ведь. Прямо. Влево, влево, прямо. И мы ее даже вращать не можем. А это нелогично. Прямо. Или прямо было там. К
когда мы вышли. Так, как мы отсюда выходим вообще? Чё-то понять не могу. Зайди сюда. Теперь развернись. Теперь выйди. А, и мы смотрим туда. Если мы прямо делаем, нам налево некуда. А чё тогда тебе надо? Прямо лево, лево, вверх. У меня нету лево, ёптана. Влево, влево, прямо. Я развернулся тупо. Прямо. Это будет сложно. Куда ты меня ведешь? Вы что, да как так-то? Это же влево. Вообще круто. Чё к чему? А, всё, да. Блин, я уже за бутылкой потянулся. Чтоб попить немножечко. И ради этого я туда приходил. Опять вниз. Я тогда не понимать. Когда меня чудо-трава отпустит? Ну да, рукоять. Ну понятно, что ее надо объединить с молотом. Ну блин, это... И ежу понятно. Кувалда. Кувалда обычная. Понятно, что кувалда это я так прикалываюсь. Кого мне теперь ею херачить? Где у нас дверь закрытая была? Ну вот заела, не отпирается. Вот сейчас... Блин. Как это нет? А я бы долбанул. Давайте бабочку угрохаем этой кувалдой. Чё нельзя использовать? Чё? Нельзя сотворить здесь. Короче, надо понажимать в пардонте. Вылетела игра. Мы до сих пор тупим. Придумаем, куда бы нам пристроить кувалду. А нам говорят, что... Это еще что за дверь вообще? И чё? Ну вы еще скажите, что мне кирпичную кладку надо расхерячить, да? А вот объясните, с чего я вдруг решил, что мне ее надо бить? От того, что там дыра. Я ничего не понимаю. Вот здешних управления право-право это вообще не понять. Вот я вышел, да? Допустим. У меня есть. Сейчас направо. Потом направо. Потом опять направо. Потом вперед, потом налево. Сейчас, по идее, вот сюда. Сейчас прямо. До двери, видимо, да? Потом, возможно, когда повернуть получится, мы поворачиваем сюда. Это второе право. Потом мы... Еще одно право, это, по сути, сюда. Чё я имею от этого? Или всё-таки право вниз по лестнице? Вниз по лестнице, походу, надо было. Как же тут все замудрено? Ну, в принципе, примерно понятно. Но неудобно. Честно скажу, неудобно.
Надо понимать, что тебе надо пройти до двери, а не именно развернуться куда-то налево-направо. Бабочка пропала. Эх, мир без бабочки неинтересный. Трусы чьи-то? А, сумка. Что? Парень, если ты думаешь, что мешок — это твоя мама... Да, я твоя мама. Ну а хер ли спрашиваешь, если видишь? О, да не, давайте не будем. Нет, я не твоя мама. О, правдолюб еще скажи. Мама говорила, что мне нельзя говорить с незнакомцами, но ты мне нравишься, естественно, я тут один. Вот бы она пришла меня навестить. Она не приходила очень давно. Я не люблю ждать, это скучно, потому что тут совсем нечем заняться. Я слишком много жалуюсь, но я рад, что у меня посетитель. Кажется, ты мне очень нравишься. Ну, ладно, теперь ты продолжишь свое приключение, да? А мы встретимся снова, обещаю. Прощай, куча дерьма. Кто ты? Твой новый лучший друг. Отлично. Говорящий мешок — мой новый лучший друг. Всю жизнь мечтал. Здравствуй. Блин. Друг. Ну, друг. Я с тобой жить хочу. Идем по подсказкам. Мне что-то уже становится, честно говоря, надоедает. Куда? Двери в верном порядке. Вы чё стебётесь? Я нах откуда знаю верный порядок? Чё? Вообще ни о чем не говорит. Допустим, на этом листе я нашел цифру 1. Вправо вверх, в левом верхнем углу. Здесь я нашел цифру 2. И что мне делать? Сколько тут... Я запутался! Это первое. Вначале я нашел дверь под номером... Хер знат. Я понял. И чё? Да не, вы гоните. Сейчас правую, потом опять правую. Что за херня? Хорошо. Первая, левая, левая и вперед. Первая, левая. Чё ты меня рубишь? Ладно, допустим, это первая. Здесь сразу левая. Здесь снова левая. Здесь прямо. Ладно. Давайте используем записку номер 2. Правая, 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 передняя, левая. Правая. Правая.
Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Твою мать. А, хорошо. Первая левая, вторая прямо. Давайте так попробуем. Первая левая, вторая прямо. Левая прямо. Уже не сходится. Левая прямо. Левая прямо. Право, право, право. 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 Я на самом деле с головы начал просто-напросто. Вторая. Прямо, лево, лево, прямо. Лево. Лево. И прямо. Господи, вот и дурдом какой, а. Идиотизм нахрен. Ах. Ладно, разобрались. Мне надеюсь, не надо больше так проходить. Это чё? Сумки цветов. Конечно, взять. Чё за вопросы? Всё хапаем. Значит, не Resident Evil, где, блин, там. Если я что-то возьму, то придёт движение, некий механизм, и меня убьёт. Я надеюсь. Цветочек, цветочек. Осмотреть. Стрела и хреновина. Глаз и этот цветок. Огонь и этот. Слезка и этот. Ну, это было очевидно. Монетка. Взять. Блин, какой херню я занимаюсь? Опять время для иллюзий. It's time to choose. Именно это было на в этот чё? На входе в этот сон. Откуда я, черт возьми, знаю, что это сон? Умная штукень, мне нужна твоя подсказка. Здесь у нас вот такая вот... Цветок, спасибо! Ошалеть. Ну, он больше всего похож на этот. Поэтому давайте сюда. Можно, да, вот сюда вот сразу. Чё тут ничего не накорябано? Я не знаю. Чё туда класть тогда? Дружбан, помоги! Ну очень надо. Куда мне эти цветы засунуть? Я тебе сейчас под дверь их суну. Сам будешь раскладывать. Я это уже видел. Ну ладно, этого я не видел. Спасибо. У тебя нету обруча, иди нахрен. Комитет, что вас всех? Какой-то ху... Меня за это разворачивание в этой игре убьет когда-нибудь. Бесит, жуть. Чё, чё не так? Куда? Чё ты не гонишь? И чё ты хочешь? Чтобы я сюда положил? Да понятия не имею, что делать с этими рисунками. Чтобы делать что-то с этими рисунками, мне надо увидеть рисунок, который вот здесь вот нанесен. Ошибись. У меня свет дома заморгал. Чё вот сюда ложить?
Это я понял. Какой? Нет? Или ты положишь любой, тебе насрать? Класс, класс, класс. Тут не глаз. Чё тут нарисовано? Морда чья-то, и чё? Чё, реально глаз, что ли, подсунуть сюда? Да хрен с ним. Пошли дальше. Всё, ты успокоился? Нет у меня больше идей, идите нахрен. Моя не понимать, что делать в этом месте. Я хочу здесь свет. Так моя логика будет верна, нет? Моргающие картины. Самое веселое, что тут было. Чё я мишку взять не могу? Это тупо. По логике, рядом с глазами надо ложить глаза. Но на остальных ты вообще не понимаю тогда, что ложить. Это печально. Вот тут глаза. Это по-любому. У меня уже глаз нету. Я их вышвырнул куда-то. Да иди твою налево, как у меня бесите все. Невозможно, просто ужас. Да иди ты уже, мать твою. Не помню, он сюда. Уже в этом домине ориентироваться скоро начну. Меня это пугает. Больше, чем все, что тут происходит. Да возьми ты его. Положи дерьмо, которое тут. Пусть типа это плачет, я не знаю. Я логики вообще в этом всем не вижу. Честное слово. Если бы они написали, это новый психологический ужастик с отсутствием логики, я бы кликал тупо все подряд. А так я пытаюсь найти логику, которую я не могу уследить. Цифры, конечно, я нашел, всякие комбинации, но, блин, это так чисто. Не осознавая, можно сказать, сделано. На тебе глаз. Все? Ты же, скотина, недоволен опять, да? Я тут был. Тогда у нас, в принципе, два варианта. Вариант один. Это мы не туда положили слезу и не туда положили огонь. Да что ты мне маячишь? Хорошо. Куда ты мне маячишь? Вниз? Пошли вниз. Может, ты что-то отдельное предложишь? Далее. Хорошо. Далее. Понятно. Возможно, это все-таки не тот рисунок. Давайте слезу заберем. Нет, больше ничего, иди в задницу. Не путай меня. Так, сейчас развернуться. Открыть. Развернуться. Зайти. Подойти. Убрать. Че, фотки, что ли, все спалить? Блин, а где логика? Логика умерла. Я понял. Так, если сейчас это не сработает, то пошло все в жопу. Я это догадываться не хочу.
Я вроде бы все прочитал, все прослушал. Если мне даже при этом не хватает данных обосновать все, что я делаю, ну блин. Конечно, описать мешок, который дышит и называет меня мамой, это... это, наверное, хуже всего. Все. Вы поймите, пожалуйста, тут нету ничего, ни единой нахер подсказки, куда этот листок. Глаза, все понятно, вот вообще вот на места просто растаяло. Тут вроде бы цветок же так же выглядит. И стрела как раз к сердцу. Логично, логично. Ставим. Не знаю, правда, при чем тут сердце? Че, Иван Грозный убивает своего сына, что ли? Может, открылось все-таки? Думай, башка, думай. Да там по-любому слезы, там стул, блин, не знаю, это как его. Атмосфера такая приятная. Как раз, не знаю, там маленьким девочкам поплакать. Да идите вы в жопу, честное слово. Мне скучно, мне неинтересно шататься по этим коридорам 20 раз. Потому что я считаю, что я все сделал правильно. Куда ты меня ведешь? Давайте все, последний раз дойдем по тому, куда меня ведет этот вопросик. Но я уже догадываюсь, что этот вопросик меня ведет опять же к тому столу, на котором у меня лежит огонь. Поэтому я думаю, что я все, я отказываюсь от этой игры. Это нелогично, я не понимаю, как это все описать, что происходит здесь. Поэтому игра, прости, но ты найти что-то в этой комнате. Братишка, братишка, открой, я тебе покушать принес. Херачить кувалды. Жалко. Ладно, все. На этом давайте заканчивать. Это была игра Decay is a Mare. С вами был Witches of Sin. Игра, я думаю, ну, я показал вам, что из себя представляет игра. Если она вам понравилась, да, продолжайте, играйте без проблем. Я, честно говоря, уже все на этом месте уже получил полный затуп. И я просто встал в тупик и не знаю, что мне дальше делать. Логика частично есть, частично отсутствует. Графика, ну, так сказать, видимо, за графику эту игру хвалить или хаять будет глупой мыслью. По сути, это рисованный квест. Лучше графики в нем уже точно не будет. Ну, если только там с фотореалистичной какой-нибудь графикой. Вот. Допустим, вот какого хрена сейчас упал стол, а? Даже если он упал, какого хрена я ничего не могу с ним сделать? Поднять ножку этого стола? Сосунуть картину сюда, я не знаю. Чё мне вообще надо? Чем я в этой жизни так провинился? Что это вообще за хрень такая? Почему тут ничего не работает? Почему так много фотографий? Почему мне стрелка ведет и заставляет придумать что-то с этими картинками, если я уже не знаю, что придумать? А перебирать тупо варианты, это ходить по комнатам. Мне лень, я не знаю, я не могу столько ходить по комнатам. Может, кувалда? Кувалда может все что угодно. Да, ломать, допустим, столик.
и нарубить дрова. Вот. Собственно, давайте на этом заканчивать. Квест отчасти интересный, но видал я и поинтереснее. Хоррор, честно говоря, пока никакущий на этом этапе. Ничем он меня не напугал, но может быть тем, что не гнетет особо вообще. И нету какого-то этого васта все-таки путешествия, к которому уже народ привык там. Опять же, в том же Outlast и так далее. Тут этого, к сожалению, нету. Ну, есть стандартный такой добротный, видимо, квест, который, к сожалению, я не могу решить для себя. Но, возможно, вы его решите. Ну, а на этом все. С вами был Вячеслав Син. Это была игра DKZMR для рубрики «Нашей Синп». Ну, если, конечно, вы будете писать, что да, пройди эту игру, хрен с ним, я возьмусь за это, я, может быть, пройду, я пойму, я расставлю эти, переберу все варианты с этой бумагой и пройду дальше. Ну, а если нет, то нет. Так что на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и всем пока!